Сегодня у нас с вами будет очень крутая тренировка, состоящая из 10 упражнений, которые мы с вами будем делать с фитнес-резинками. Да-да, с теми самыми фитнес-резинками, которые, как я уже говорила, заполонили весь Инстаграм, и они до сих пор, уже в течение достаточно долгого времени, пользуются большой популярностью, потому что это реально рабочий инструмент, это реально работающее оборудование, фитнес-оборудование, да, можно так, грубо говоря, сказать, которое помогает прокачать мышцы вашего тела, прочувствовать то, что вы не чувствуете в обычных упражнениях, то есть без фитнес-резинок. Это видео на данный момент второе по популярности на моем канале, и я уверена, что совсем скоро оно будет уже первым. Поэтому с момента прошлого видео прошел уже целый год, и поэтому я решила для вас снять новые упражнения, которые я также использую в своих тренировках. Я думаю, вам будет очень интересно, так что давайте вместе с вами тренироваться. Сейчас я буду вам также показывать упражнения, и мы вместе с вами их будем делать на количество раз. Сегодня у нас будет упражнение также на все группы мышц, потому что я люблю именно тренироваться с фитнес-резинками на все тело сразу. Поэтому первое у нас с вами будет упражнение как на ноги, так и на пресс. Продеваем вашу резинку на середину стопы. Упражнение будем делать стоя. Становимся, ноги расставляем. Сильно широко вы их не расставите, но примерно на ширину плеч вполне возможно сможете это сделать. Итак, будем тянуть колено наверх поочередно, при этом добавлять скручивание корпуса, то есть локоть будем тянуть к своему колену. Поочередно в одну, в другую сторону будем делать сразу на две стороны и 40 раз. Ну что, поехали. И раз, два, три, четыре, пять, выше колена, шесть, на выдохе, выдох, выдох, девять, десять, продолжаем. Чувствуем ноги уже. 20, 30, на выдохе, 40. Отлично, я думаю, вы это почувствовали. Здесь немного чувствуется и пресс, и также очень хорошо чувствуются бедра. Ну что, сделали 40 раз и переходим ко второму упражнению. Во втором упражнении мы с вами задействуем как верхнюю часть тела, так и нижнюю часть тела. Продеваем резинку на голеностоп. Будем с вами отжиматься и при этом еще и поднимать ноги. Делали уже с вами такое упражнение, делали его без резинок, но сейчас будем делать с резинкой. Для начала посмотрите. Расставляем руки, ноги у нас с вами опущены. Поочередно поднимаем одну ногу, делаем одно отжимание, опускаем ногу. Вторую ногу поднимаем, делаем также отжимание, вырастаем и также ногу опускаем. То есть будем с вами делать поочередно. Будем делать 20 раз, то есть у нас выйдет по 10 раз на каждую ногу. То есть по 10 раз будем поднимать каждую ногу. 20 раз делаем сразу одновременно, чередуем при этом ноги. Ну что, поехали. Ногу повыше поднимаем, поехали, подняли. Отжались, раз, подняли, выдох, два, подняли, три, попу также опускайте, четыре, подняли, пять, шесть, чувствуем уже бедра, семь, восемь, девять, 10, половина, раз, два, три, четыре, пять, давайте еще пять раз, отлично, и завершающий. Супер. Фух, чувствуем здесь и ноги сразу, и руки подтянули, расслабили, сняли напряжение. Снимаем
резинку и переходим на третье упражнение. Третье упражнение у нас с вами будет такое добивочное. Еще раз будем делать на руки. Мы с вами поочередно будем делать сначала на согнутых руках, то есть продеваем резинку на запястье. Согнутые руки будем разводить их по сторонам 40 раз в быстром темпе, потом выпрямлять и сразу же 40 раз на прямых руках разводить их по сторонам. Делаем это все одновременно, сначала согнутые, потом прямые. Делаем в быстром темпе. При этом у нас с вами корпус не разваливается, то есть пресс напряжен, ягодицы напряжены, ноги напряжены, все напряжено. То есть тело такой жесткий каркас. И работаем руками. Ну что, поехали. Сейчас 40 раз встали в позу. Локти не висят. 40 раз. Быстрый темп. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, шире, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Прямые. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, тридцать, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Фух, супер, почувствовали руки? Они тут нереально чувствуются, тем более после отжиманий. Супер. Отдыхаем, переходим. У нас четвертое упражнение. В четвертом упражнении мы с вами будем работать на бедра. Продеваем резинку на коленки. Даже можно чуть-чуть повыше. Нам понадобится коврик, чтобы встать для опоры. И просто посмотрите сначала, что мы будем делать. Становимся как в планку, но с опущенными коленками. Вот таким образом. И будем с вами поочередно поднимать одну, вторую. Снова одну, вторую. Даже можно опустить чуть-чуть на коленки. Можно даже, то есть сильно задирать, высоко не нужно резинку, да, чтобы она у вас не поднималась наверх. И 40 раз, то есть 20 раз на каждую ногу будем поочередно поднимать их. Ноги при этом на весу, таз не поднимаем, поднимается только нога. Готовы? Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, колени ниже, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, ниже колени, 15, 16, 17, 18, 19, 10. Отлично. Фу. Здесь руки очень хорошо чувствуются, потому что мы на них все-таки стояли. И пресс, и ноги, то есть здесь прям все в совокупе. Очень хорошо чувствуется. Сделали мы с вами 4 упражнения. Далее переходим к пятому. Резинку не снимаем. В пятом упражнении с вами поработаем и на бедра, и на ягодицы одновременно. Ложимся на спину. Резинка у нас с вами выше колена. Угу. С поднятым тазом всегда. То есть мы с вами таз опускать не будем. Будем разводить колени по сторонам и собирать по сторонам и собирать. При этом таз у нас с вами поднят всегда. 40 раз, тоже в таком активном темпе. Руки вдоль тела. Таз сильно-сильно подняли, ягодицы напрягли. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На выдохе. Восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Полпути. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Супер, отдыхаем. Коленки прижимаем к груди, немного расслабляемся. Отлично. И с вами мы переходим к шестому упражнению. Мы также с вами будем лежать. Но уже спускаем резинку на середину стопы. Будем с вами работать над прессом.
спускаем резинку, разравниваем ее, как вам удобнее. И сначала просто посмотрите, ложимся. Корпус у нас с вами поднят. И будем поочередно одну, вторую ногу выпрямлять. Стараемся ногу именно выпрямить и опустить ее как можно ниже. 40 раз, корпус поднят всегда, локти не собираем, подбородок тянется наверх. Готовы, ноги подняли, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Полпути. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать, десять, девять, восемь, семь. Растягиваем. Пять, четыре, три, два, один. Фух, снимаем резиночку. Отдыхаем, растягиваем живот. Чувствуем, как у нас отлично с вами поработал пресс. Отлично, перекатом встаем и переходим уже к седьмому упражнению. Для следующего упражнения продеваем резинку на коленки. Мы с вами будем тут работать на ягодице и на заднюю поверхность бедра немного подключим. Продеваем. Одной коленкой мы будем держать нашу с вами резинку. Сейчас будем работать на правую ногу, поэтому, соответственно, левой коленкой придерживаем нашу резинку. Смотрите, что будем делать. Обычное поднятие ног, но мы будем с вами делать вскрест. То есть, смотрите, вскрест заводим коленку, поднимаем наверх ногу. Заводим вскрест, поднимаем коленку. Поднять нужно как можно выше и завести хорошо за другую ногу. Будем делать 40 раз на каждую ногу, сразу же на одну и сразу же на другую. Прям сильно придерживаем, чтобы резинка не сошла. Угу. Готовы? Поехали. Ух, слетело у меня. Угу. Готовы? И раз, два, три. 4. Кому тяжело, можно на локтях делать 5, то есть перейти на локти, например, 6, 7, 8, 9, 10, раз, 2, продолжаем, 1/2 пути. Ягодица уже горит. Еще 10. Отлично. Фух, я прям почувствовала, как ягодица прям горела-горела. Ну что, сразу же на другую давайте. Также можно на локтях, даже, наверное, удобнее будет. Кому как удобнее. Тут все индивидуально. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, полпути. Ох, еле доделала. Супер, прям ягодицы чувствуются, чувствуются очень сильно. Вот те, кто не чувствует ягодицы, когда делают вот эти махи, да, даже некоторые не чувствуют их с утяжелителями, вот с резинками чувствуются просто, просто вообще они горят. Ну что, следующее упражнение, переходим к нему. Следующее у нас с вами упражнение, проработаем с вами внутреннюю поверхность бедра. Тоже будем сначала делать на одну сторону, потом, соответственно, на другую сторону. Смотрите, мы с вами, давайте сначала на правую ложимся.
И смотрите, вот таким образом сгибаем ногу. Та нога, которая согнутая, тут спускаем резинку. Та нога, которая прямая, оставляем резинку на коленке. Локоть у нас с вами под плечом. Оттягиваем резинку так, чтобы вы чувствовали натяжение. И только здесь, то есть не вот в таком положении, а именно в натяжении, будем с вами тянуть ногу наверх прямую. Будем тянуть ее 40 раз. Сильный носок на себя и смотрит вниз. Ну что, поехали. И раз, два, три, поднимаем повыше. 5, 6, 7, 8, 9. Сохраняем натяжение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 20 уже чувствуем, а только полпути. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 2, 3, 4, 5, 6, 7, выше, 8, 9, 40. Фух, быстренько переворачиваемся на другую сторону. Меняем положение. Большой минус занятия в лесу. Природа, конечно, все красиво, но сильно пачкаешься, и всякие жуки, пауки норовят на тебя залезть. Ну что, одна резинка спущена, вторая на коленке. Сохраняем натяжение, то есть нога не прижата. Максимально далекое расстояние. Поехали, 40 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, на выдохе. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 20, продолжаем. Еще 10 раз. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Давайте. 3, 2, 1. Ух, почувствовали, да? Отлично, собрали ноги, расслабились, отдохнули и переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение будем с вами также делать лежа на спине, на пресс. Резиночка у нас с вами на середине стопы. Полностью ложимся, ноги выпрямляем. И внимание, будем с вами поднимать корпус и одновременно поочередно тянуть колено к груди. Смотрите, раз, легли, два и так далее. У меня тут даже немножечко с небольшим наклоном, я так немного вниз лежу, чуть-чуть продвинусь. Ноги также сохраняем всегда в натяжении, то есть ноги у нас не вместе, а разведены по сторонам. Одновременно корпус и одновременно колено груди. 40 раз. Ну что, поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8. Стараемся вторую ногу не отрывать. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Пресс уже горит. Кому тяжело, можно руки держать перед собой. 18, 19, 20, полпути. Продолжаем. 10. Чуть-чуть помогаем себе руками. Завершающий. Фу, отлично. Пресс просто невозможно не почувствовать.
Бедра также поработали. Растягиваем живот. Снимаем напряжение, снимаем резиночку. Перекатом встаем. И переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение у нас 10-е и завершающее. Ну что, мы его с вами будем делать с вами стоя. Продеваем резинку, можно выше колена. И оно у нас такое с вами будет активное. Будем с вами делать перепрыги. Смотрите, делаем прыжок, ногу поджимаем на одну сторону. Перепрыг на другую. Перепрыг на другую. Только это я вам показываю шагом. Нужно делать прям прыжок. То есть прям такой прыжок, 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 прыжок. Добавляем с вами руки. У меня немножко здесь такая непредназначенная поверхность, но ничего страшного. Делаем 40 раз, прям с хорошим прыжком, с хорошим толчком, таким слайдом, чтобы у вас, соответственно, поработали бедра, то есть чтобы вы почувствовали. Более такой тяжелый вариант, если вы вашу резинку спустите на голеностоп. То есть это прям такой вообще тяжелый-тяжелый вариант. То есть если у вас резинка такая жесткая, то вы не сможете такой широкий, да, шаг сделать. Поэтому я и говорю вам поднимать выше колена. Если же у вас резинка прям такая слабенькая-слабенькая, то можно попробовать, либо если, например, ничего не чувствуете в этом упражнении, да, то попробовать именно спустить резинку вот сюда. Ну что, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Делаем, делаем. Бедра, просто внешняя поверхность бедра здесь очень хорошо чувствуется. Супер. У меня немножечко такая поверхность была неравномерная, поэтому я себя не очень комфортно чувствовала. Поэтому лучше все-таки делайте на какой-то ровной, гладкой поверхности.